Привет, стримаши, титаны. Продолжу обзор еды. Ну, интересный какой. Для чего я еду делаю обзоры? Что-то такое необычное. Это вот миньола. То ли апельсин, то ли мандарин. Сам я не так часто с ними сталкиваюсь, поэтому решил его снять. У него отличительная особенность. Вот здесь вот торчит сосок какой-то, да, вот сосок какой-то. Но не у всех он может торчать, он может... Ну, такие там лежали, он внутрь впал. Так. Этот уже чистится полегче, чем... Красный, который только что я чистил. Апельсин. Стоят они, по-моему, ну, прилично, что-то 90 под 100 рублей. Подороже апельсинов. Подальше я его от монитора отнес. Потому что когда вскрываешь апельсины... Все забрызгано кругом становится. Блин. Ну или резать можно. Чтобы не брызгались, резать. Ну, нормальный. Только я подозревал, что кисловатый будет немного. Да, такой есть. Немножко кисловатый. Ну, вполне хороший. Все, это обзор. Мандарины, апельсина, миньола. Вполне хороший. Ну, всем пока. Подписывайтесь.